Берем пробку, вставляем иголку, пронизываем в пробочку. Желательно, чтобы кончик не выходил из пробочки. Эту часть иголки тоже надеть предохраняющую пробочку. В этом случае она как бы может погнуться, но наверняка не сломается. И есть у нас иголочка, и есть у нас монетка. Ну что, пробуем долбануть по нашей монетке. Наша монетка пробита обычной иголочкой насквозь. Смотрим, что у нас получилось. Есть! Вот наша монета пробита иголкой. Пробита насквозь, сидит прочно. Иголочку можно выровнять плоскогубчиками, так чтобы она смотрелась, как будто она новенькая из магазина. И можете предложить кому-нибудь повторить этот фокус. Монета смотрится шикарно. Можете показать своим гостям, заинтриговать их. Всем пока, подписывайтесь, смотрите другие мои видео.